Готовим квадрокоптер к тестовому полету. К тестовому полету по проверке системы ФПВ, установленной на квадрокоптер. На квадрокоптер Сима X8HG. Вот у нас камера стоит. Вторая камера. Они синхронизированы. В плане, что смотрят в одном направлении. И магистральная, и камера для съемки. Значит, здесь у нас датчик уровня заряда аккумулятора. Аккумулятор. Здесь передатчик. Я его не стал внутрь. В ноге ему удобно. И антенна помещается. Антенна сосиска, только без корпуса. Пробовал я перепаивать, вернув в конечном счете на передатчик этот разъем для смены антенны. Вот. Поэтому здесь им охлаждение передатчику, потому что внутри корпуса и так там нагревается все, если его туда поставить. А тут он охлаждается. Так что сейчас все подключим. Сейчас я камеру поставлю тоже себе. Сейчас мы подключаем датчик. Выставил, поменял немножко. Выставил пределы разряда для сигнализации. Вот. Подключаем. Не знаю, ловит ли камера все эти нюансы. Буду стараться наклонять голову. Вот мы таким образом отставить, чтобы не зажимать провода. Вот вы видите, если видите, замигал мониторчик, экранчик. Включаем. Камера для съемки у нас F60 фирмы Mbest. Вот монитор. Имеем монитор такой. 4,3 дюйма. Вряд ли вы что-то здесь увидите, потому что солнце у меня за моей спиной. Ну, постараемся как-то, что эти шторки, они в принципе не спасают. Мы будем вот так вот стараться поднять. Не понял. А, отставить. Не включил. Вот. Включил. Включаем монитор. О, если видите, есть уже картинка. Картинка в мониторе есть. Что-то не пойму я. Еще раз. О. Есть. Ставим сразу. Вторые расходы. Ставлю, учитывая сложность установки, боковой ветер справа от меня. Будем в безголовом режиме тестировать. Ну что, запускаем. О, только запустили, сразу ветер усилился. Ну давай. Вот он полетел. Вот он летит. Ну, вряд ли что-то тут видно. Я буду контролировать периодически. Вот я
контролирует. Вот вижу картинку. Уже из опыта, как только садится аккумулятор, напряжение приближается к 7,4 или падает ниже 7,4, то сразу же появляются помехи. Появляются помехи на экране, и потом сигнал исчезает. То есть для работы нормально передатчика. Вот видите, сносит ветром. Ветром сносит, сносит. Сносит. Вот его. Вот. Ветром сносит. Вот мы его вращаем. Вот он у нас там висит. Мы его вращаем. Ну, картинку такую сделали, чтобы... Вот. Вот оно летает у нас там. Против ветра пытается бороться с ветром. Вот. Садится аккумулятор. Картинка практически пропала. Мы его возвращаем. Но еще, в принципе, рано. По идее. Но уже сигнал пропал. По идее, должен уже пищать. Но он еще не пищит. Но сигнал пропал. Может быть, это даже... Может поискать другой. Вот так мы его... Сейчас попытаемся пустить потихонечку. О, ветром тут, ветер сдувает его. Да, блин, сдувает ветром. Сейчас попробуем поменять. Ну, датчик еще не пищал. Я его посадил только из-за того, что пропал сигнал. Сигнала вот нет. Надо будет искать другой. Сколько тут? 7,8. 3,7. 3,7, 3,7, 6. Ну, в принципе, уже можно выключать, менять аккумулятор. И поменяем антенны. Вот. Для нормальной работы передатчика нужен свой источник питания. Летали мы совсем немножко. Хотя предыдущий раз мы летали 6 минут. Тоже 2,5 ампер-часа. Подключаем. Подключаем. Эти бананы. Датчик у меня закреплен на двухсторонний автомобильный скотч. Вот, поэтому он сидит надежно. В принципе, за него не переживаю.
что, продолжаем. Камеру я не отключал. Единственное, сейчас мы поменяем антенну на приемнике. Проверим, как у нас будет ставить. Надо было выключить пульт. Так, картинка есть. Вот, если видите, включаем. Следующая попытка. Следующая наша попытка. Что-то он как-то не туда полетел. А, отставить. О, расходы. И вот так он летит. Набирает высоту. Вот он у нас покружился немножко. Пустим его туда. Пусть полетает. Теперь пустим его сюда. Вот, пусть так вот полетает. Так вот. Так. Плывет он. Сам плывет. Мы его немножко продвинем вперед. Вот. Появился сигнал. Пора возвращать. Этот, видите, аккумулятор садится быстрее. Да что ж такое? Потерял. Да, что-то потерял управляемость. Надо попробовать его